Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Снайпер 2, Воин-призрак. Проходить нашу зимнюю кампанию под названием Сибирский удар. Ладно, пропустим этот ролик, мы, по-моему, с вами его уже видели, да? В прошлом выпуске. Кажется, видели. Но если не видели, посмотрите. Там ничего интересного. Так... Где-то тут должен быть враг, а я его что-то не наблюдаю. А ну-ка, бинокль. Что-то я его вообще не наблюдаю никого. Ага, уже вот. Могут быть неприятности. Надо найти высокое место. Ну да, у этого чувака определенно могут быть неприятности. А вот, кстати говоря, чем, собственно говоря, вот эта вышка нам не высокое место. Раз нам надо найти высокое место, я бы не против залезть на эту вышечку. Так. Никто от нас не палит. Ай-я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 й. Кто-то походу по... А откуда палево-то? Откуда? Вон там, залезли на цель. Так, все, мы сейчас проиграем явно. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Нажмите А, чтобы сделать еще попытку. Блин, почему у меня Xbox-овский джойстик пишется? Все Xbox-овские. С Xbox-овского джойстика. Похоже, могут быть неприятности. Надо найти высокое место. Так, получи пульку. Хедшот. Так вот. Сюда, значит, так просто... Ну, ладно. Не, вроде бы... А ну-ка, если мы будем залезать по лестнице? Вроде бы нас видят, а вроде и не видят. Нет, все-таки видят. Да, все-таки сюда залезать была опасная идея. Что? Откуда стреляют, я даже не могу понять. Да, вот этот сибирский удар. Он, конечно, сложен тем, что тяжело. Ага, внизу, кажется, кто-то. Я ж надеюсь, они сюда не полезут. О, чувак бежал. Блин, попали в угол. А в чем? Видит его? Никто не видит. Все, расслабьтесь. Я никого не вижу. Блин, а ну-ка, бинокль. Я кого-нибудь вижу? Откуда я? Так, вообще-то лучше лечь. Есть. Откуда по мне опять стреляют? Да жесть! Все на позиции! Вон, там наверху. Ах ты говнюк. Угроза ликвидирована. Угроза ликвидирована, блин. Ну так это... Я-то это все понимаю, но... Потерял цель. Так, теперь те, кто тут внизу, ребята. Те, кто вне... А, фак.
Так, короче, надо проходить стелзом и не выпендриваться. Все. Проходим эту миссию в режиме стелс. Нужно пройти незамеченным. Похоже, могут быть неприятности. Так, надоело мне делать хедшоты. Поэтому вот. Так, я вот там, кажется, вижу. Ага. Стоямба. Так, ладненько, сейчас пробежимся. Вот сюда. Так, нам тут самое главное, знаете, что снять? Точнее, кого снять? Тех, кто там вот как раз таки наверху. Так, а тут наверху никого. А там? Так, это... Тоже никого. Так, окей. И тут сбоку никого. Вот нас кто-то уже палит откуда-то. Блин, они все такие белые в своих этих... И снег тут такой белый, и вообще все белое. И вообще нас кто-то палит. Понять бы кто, было бы проще с ним разговаривать. Так, ладно, пойдем в обход. Попробуем пройти в обход. Блин. Так, по-любому этот кто-то сидит где-то вот там. Так, а ну-ка, бинокль. Ага, вон, ребятки. Есть. Ага, вон, чувачок. Вот, чувачок. Так, скрылись. Теперь нам попроще будет. Так, ну я думаю, вон того надо снимать. Ибо если мы его не снимем... Есть, снят. Угроза ликвидирована. Так, я думаю, можно еще вот этого снять. Сколько до него? 200 метров. Лови. Да, так. Вот так вот мне больше нравится. Проходить уровень. Так. Кто-то нас палит спереди. Никого тут нет, чувак. Расслабься. А вот спереди это уже не... Наверное, с усталости. Я что-то слышал. Что за дьявольщина? Спереди это вообще не круто, что нас палят. Так, поэтому отойдем чуть-чуть. И нужно найти... Нужно найти. Может быть, снять вот эту парочку? Блин, вообще, наверное, надо не так. Надо попробовать снять, знаете кого? Ага, я вот видел одного вверху. И мне этого достаточно. Вон он, красавчик. Эй, где я его потерял? Так, бинокль. Нет, он определенно. Вот он. Все, цель захвачена. Так, до цели 250 метров. Это будет легко. Ага, вот еще один. Еще одним меньше. Так, замечательно. Теперь, по идее, мы здесь... Должны попроще пройти. Хотя, кто знает. Так, вот тех бы одной пулькой снять, но не получится. Ну, двумя пульками можно, кстати, лучше перезарядить винтовочку. А то как-то...
Так, вот тут еще где-то двое, я не вижу. Они меня видят. Ага, вот один. Ну, ложись! Спалили или нет? Блин! Фак! Так, еще двое остались. Блин, ну как так они меня спалили? Да стой ты, блин! Откуда еще палят-то? Черт, так хорошо шли в стелсе-то, а? Вот блин. Блин, вот стоило один раз ошибиться, и все. Похоже, могут быть неприятности. Да. Надо найти высокое место. Снимаем этого чувака. Блин, высокое место, это, конечно, вариант. Так, ну, кстати говоря, надо, пожалуй, прислушаться к этому совету. Вон там, собственно, основные палители. Ой-ой-ой, а райончик-то... Райончик-то взволновался. У нас гости! Осторожно, я его не вижу. Тише, тише, ребятки. Чёрт, когда? Да ёшкин ты кот, а? Как так-то? Блин, вот так блин, а? Ну вот вам и казалось бы, обычный кусочек миссии, да, простой. А пройти не так-то похоже, просто. Неприятности. Надо найти высокое место. Похоже. Так, ну вот тебя же можно снять? Нет, нельзя. Ой, сейчас веселуха начнется. Сейчас они будут выбегать. Так. Первый готов. Да ёк. Так, нормально. Пока этих выбегаторов мы поснимали. Так, правда, у меня жизни и ваш пени осталось. Контакт с противником! Отлично! И вот там остался еще один, это знаете, который... Который там сидит на вышке. Он где-то сидит на здании. Вон он. Бинокль его не ловит, а я его уловил. Есть. Угроза ликвидирована. Все, наконец-то. Теперь можно спокойно пробегать. Тут как у себя дома. Замечательно. Вот видите, как нежданно-негаданно мы прошли, завалив всех. Ну, не всех, но большую часть из пистолета. Кстати говоря, у нас на пистолет одна обойма осталась из 9 патронов. Это, конечно, не есть хорошо. Совсем не есть хорошо. Ну, хотя бы это место мы прошли. Так, ну что? О, тут аптечка лежит. Аптечка и патроны. Отлично. Берем патроны, перезаряжаем аптечку. Все, теперь мы полностью здоровы. Блин, это патроны на винтовку. Я хотел патроны на пистолет.
На. Черт, так, в зданиях вот сейчас по-любому придется действовать пистолетом. А, хотя нет. О, чувак, похоже, ты тут давно лежишь. Угу, диктофончик. Вот что я не понимаю. Все, что я пока нарыл, указывает на то, что патоген не заразен. Это задумывалось как хирургический скальпель, а не ОМП. Подсунь чуток за ужином и смотри, как цель падает лицом в салат. Такого типа. Да какой в этом интерес для международной террористической организации? Перегонять машины разве не выгоднее? Мне надо выяснить подробности их сделки с учеными, чтобы понять, что к чему. Твою мать! Извини, Диас, придется тебе подождать. Да, Диаса, похоже, уже сняли. Так, отлично, точка сохранения, это меня радует. Так, кто-то там нас хотел снять, да? И этот кто-то находится... Стоять, стоять, стоять. Я-то тебя еще не вижу. И этот кто-то находится где-то в том доме. Стоп. А, так вот он, ты на крыше. Лови. Пульку. Так, все, с этим разобрались. Вот видите, кстати, как хорошо стало, когда на канале появилось расписание на моем. Вот сегодня вторник, я смотрю, должен быть выпуск снайпера. 1-0-7, Зулу, Кила, 49-3-15, Оскар, Лима. Специальный агент Смит, 23-26-1. Говорит. Это не номер жетона, а частота. Так, вот, и сегодня вторник, я посмотрел, нужно снять снайпера. И снимаю, и вам легче, вы знаете, когда будут выпуски, мне, я знаю, когда мне что нужно снимать, и ни о чем не забуду. Вот так вот. Так, нужно нам прорваться здесь 150 метров. Ну, попробуем пройти, вроде бы врагов особо нету. Оп. Кого-то я тут вижу. Лови, братка, пульку. Это ты меня палил? Да, похоже, он. Уничтожить снайперов противника. Блин, ребят, легче сказать, чем сделать. Так, вот этот по-любому будет виден. Ага. Так оно и есть. Так, где он может быть? Он может быть либо здесь. Нет, он не здесь. Значит, он где-то в здании. Или на здании. Ага, попался, голубчик. До него 700 метров. Я не могу не сделать хедшот 700 метров. Лови. 700 метров, хедшот. Так, остался еще один. А где же этот еще один? Вот он где-то... Ага! Так, тут нужно стрелять с колена. Нет, здесь надо будет стрелять даже... Так, ладно. А, тут можно отойти подальше. И мы сможем стрелять вообще спокойно. Так, только я его потерял. Эй! А, во. Ага, вот, стрелять с колена тут можно. А с позиции лежа нельзя? Ну, до него всего лишь 450 метров, но он, правда, стоит за углом. Лови хедшотик. Ух ты, ё-моё! Бамс! Так, все, со снайперами разобрались. Это было не так-то сложно. Главное их найти, остальное все ерунда.
Так, что-то я не понял, я же дошел до автобуса. А, вот, 289 метров, теперь мне надо... Блин, ну ё-моё, как мне теперь туда пройти? Что-то я вообще ничего не понял. То есть тут, видимо, предполагалось, что мы снайперов... А, может быть, да, через автобус, вот так вот. Да, все верно. Так. 1-0-7, Зулу, Кила, 49-3-15, Оскар, Лима. Так, тут нельзя залезть. 1-0-7, Зулу, Кила, 49-3-15, Оскар, Лима. Местное вещание, ах ты сукин сын. Так, вот там где-то должен быть снайпер. Вопрос только где. И он уже нас видит, а я его пока не очень. Ага, теперь я его вижу. Ну, помечай. Почему не помечает бинокль? Видимо, бинокль не... А, нет, пометка есть. Так, до него 180 метров. Это вообще легко. Так, сняли снайперов противника. Отлично. Да, вот снимать снайперов, как правило, несложно. Сигнал сильнее. Сэндмен, Танго, Виски, Сьерра. Прием. Грейхаунд, Фокстрот, Зулу, Сьерра. Это безопасный канал. Что еще за шарады, агент? Необходимые предосторожности. Некоторые старшие оперативники наступали мне на пятки, а потом началось. Виски как снайпер? Отлично. Да, но у меня приказ вытащить тебя оттуда вместе с разведданными. Ответ отрицательный. Разведданные сейчас ничем не помогут. Старшие научные сотрудники договорились с какой-то террористической организацией, и они прибыли за образцами патогена. Если мы не сделаем что-нибудь сейчас, вся операция пойдет на смарку. Хорошо. Какой у нас план? Устранить ключевых деятелей. Добыть образец для тестов, если получится сорвать доставку. Если нет, хотя бы установить маячок на груз, чтобы проследить его до покупателя. Главные фигуры – Невский, Сомович и прежде всего Ульянов, ведущий специалист. Все, что нам нужно знать, мы узнаем у него. Хорошенько посмотри на центр безопасности в 2 километрах к востоку от моего голубиного гнезда. Потом скоординируемся. Андерсон, это будет посложнее, чем Сараево. Если ты тщательно изучил обстановку, на этот раз мы справимся. Конец связи. Так, все. Миссия закончена. 73% общая меткость. Ну, в принципе, нормально. Подпортилась она у нас, наверное, в тот момент, когда мы с пистолетом стреляли по соперникам и много промахивались. Вот. 928 метров самое дальнее попадание. Это нормально, я считаю. Хороший показатель. 2 скрытых убийства, 27 тревог подняли. Блин, да, мы, конечно, в стелсе играть не умеем. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.